Ребят, всем привет! Вы на канале Join Games. Мы продолжаем прокачивать нашего амбала-гиганта. Ну что, у нас уже 2351 сила. И наша задача, как я уже говорил в предыдущих сериях, нам нужен бег. Максимальное количество бега. Потому что с бегом мы будем гораздо быстрее. Мы, кстати, ну, неплохо так в размерах выросли. Ну, прям реально неплохо. И нам нужен вот теперь бег, ребята. Я думаю, сколько-то, ну, 30 может быть, пока будет достаточно, но этого все равно мало. Это всего лишь мы в два раза увеличили базовую скорость. И чтобы нам быстро бегать, мне кажется, надо минимум 50 скорости. То есть в два раза больше, чем у нас сейчас. И тогда уже будет, в принципе, ну, неплохо. Мы будем перемещаться. А пока это очень медленно, и смотрите, ну, долговато, конечно, это все прокачивать. На беговой дорожке бегать, еще там что-то. И у нас сейчас, смотрите, уже почти 27 скорости. Но нам надо, как я уже говорю, хотя бы 30. Хотя бы 30. Вау, кто это? Это что такое? Это кто? Ребята, вы смотрите, какой он! Это сколько у него силы? Это что за гигант, ребята? Я вообще маленький по сравнению с ним. Вау, вот это да, вот это гигант. Это у него, наверное, 43 тысячи силы. Вау, вот это он мощный. Ребят, вы посмотрите. Обалдеть, вот это мощь. Да уж. Я тоже такой хочу быть большой. Может быть, реально просто прокачивать силу и быть... Супер-супер-супер гигантом, и скорости нам не нужно. Ребят, напишите в комментариях, как будет лучше. Я вот, например, просто, ну, как бы в раздумьях, и не особо пока понимаю, как будет лучше, но, возможно, все-таки скорость. Скорости мы будем быстрыми. Сила мы будем гигантами, прям здоровенными-здоровенными, вот как вот этот вот. Смотрите, он просто бам-бам-бам, вот это у него прокачка сейчас идет. Может быть, все-таки... И вправду качать просто силу и быть супергигантами, чем скорость. Просто я боюсь, знаете, когда мы станем слишком большим, мы не сможем на беговую дорожку встать и скорость прокачать. Вот в чем проблема, вот что я боюсь. То, что мы будем очень медленными. Ну, не то, что медленными, мы слишком большими будем. Так, погнали в потасовку. Ой-ой-ой-ой-ой, где я? Я где вообще? Что происходит? Что происходит? Это вот он, гигант, ребята. Посмотрите, какой он здоровенный. Он просто не дает даже пройти. Ладно, будем прокачиваться. Плюс одна сила. Маловато, конечно, но ничего страшного. Давайте прокачиваться дальше. Так, о, плюс 8, это уже неплохо. Ну, давайте 2500, я думаю, у нас будет сегодня в этом выпуске. Потому что, ну, не так много осталось силы. Всего лишь там 140 получается, 132. И... Оп, и 10 гемов еще дали, это хорошо. Ну, не надо, ну не бей ты меня. Вот видите, вот такие маленькие, быстрые, и что им сделаешь? Ничего им не сделаешь. Слишком они быстрые и слишком маленькие, чтобы по ним попасть. Так, ладно, бежим. Кстати, смотрите, мы побыстрее стали вроде бы. Вроде мы стали побыстрее. Вау, ничего себе, смотрите, становый поднимает. Хоп, 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 прокачивается. Вот это, конечно, у него... Да. Давайте сделаем, наверное, я думаю... 30 бега, потому что, ну, у нас немножко совсем осталось, 27 у нас сейчас, до 30 не так долго осталось, и я думаю, 30 уже будет, ну, результат ощутим, потому что вот сейчас мы бежим, и как бы тоже, да, заметно то, что мы чуть-чуть побыстрее уже стали, чем были, когда, ну, только появились, когда базовая скорость была, мы прям были очень медленными, а сейчас почти в два раза мы увеличили скорость, и, в принципе, неплохо, да. Да-да-да, мы стали побыстрее, 28 у нас уже скорости, ну да, я думаю, до след... А, смотрите, Бравл, он еще идет, нас просто так быстро выкинуло оттуда. Обычно мы последние появлялись, ну, предпоследними, а сейчас почти одни из самых первых, ну, смотрите, 0, 3, 3 кила. Я на Бравле единственный раз только выигрывал, и хочется, конечно, побольше выиграть, потому что за победу дают 100 гемов, а... За гемы можно купить питомца. И вот это очень круто, потому что, ну, питомец, он увеличивает скорость. Сначала одного взять питомца, который самый дешевый.
Вот давайте на него посмотрим. Вот он, 2000 он стоит, он плюс к скорости дает. А потом уже какие-нибудь, я не знаю, вот этого можно взять, вот этого или и вот этого. Ну, то есть 10 тысяч он стоит, вот этот вот какой-то робот. Так, это у нас флеш плюс скорость, кстати, 5 тысяч стоит. С ним мы будем быстрее бегать. Так, ну, Санта, я не знаю, это вообще, наверное... Хотя, ну-ка... Нет, они покупаются, да? Ну, подождите-ка. Мы купили, что ли? Нет, не купили. Ну, там просто не написано, за что покупать, поэтому я как-то не понял сначала. Так, у нас сейчас уже будет 29 бега, ребят. Это очень здорово. Почти 30. Вот, 29, все. Ну, погнали, ребята. Сейчас будет у нас 30. Скоро, но до следующего брала, наверное, нам еще надо будет после брала еще чуть побегать. И тогда у нас будет 30. Да, скорость прокачивается потихонечку, по чуть-чуть вообще, прям очень долго. И медленно она прокачивается. Ничего себе, смотрите, тут. Ну, сколько у него? У него 20.92. Видите, у него очень мало скорости. А у нас уже почти 30. Так, ребят, я пропустил бравл, чтобы... увеличить, ну, скорость все-таки до 30 довести, все у нас, ребят, 30 скорость, скорость наконец-то у нас 30, так, мы немного, а, вот в чем прикол, ребят, надолго отсюда не уйти с беговой дорожки, потому что, видите, он все равно чуть-чуть, потихонечку выскидывает назад, и очень долго вот так вот бегать не получится, надо за этим тоже следить, и поэтому, ну, специально так сделали, чтобы вот, например, одну кнопочку зажал, и все, хотя, смотрите, нет, вроде бы, не двигается. Ну или по чуть-чуть совсем. Еле... Вау. Чуть такое. Как он так в размерах вырос, ребят? Ну-ка, а поскольку ему дают? Ну так же, как и мне, в принципе, ему дают. У него 22 уже, а у нас 31 почти. А, и знаете, ну как-то... Если так посмотреть, то, в принципе, не так долго прокачивается бег. Смотрите, он опять поменьше стал. А как сделать, ребят? Чтобы стать поменьше... Поменьше размером. Очень интересно... Как так сделать? Я, кстати, кода сюда не вводил вообще никакие. И поэтому мне интересно. Если они есть, ребят, пишите тоже в комментариях. Так, бежим, продолжаем. 31 у нас сейчас будет. И в следующем бравле мы будем участвовать. Так, давай. Скорость прокачиваем. Хорошо, ну, неплохо так прокачали уже мы, в принципе. 32, наверное, будет у нас под конец выпуска. Так, давай. Уже 31, ребята, уже почти 31. Так, бежим. Все, 31. Ну, конечно, это наша задача выполнена. Теперь задача следующая. 40 скорости, ребят. А дальше 50, 60, 70 и так далее. Интересно, сколько здесь максимум скорости можно сделать? Так, бежим. Интересно, а вроде в телосложении мы ничего не меняемся, да? Как были такими большими, так и остались, в принципе. Вот, смотрите, какие медленные они все. Медленные. Лучше быть побыстрее все-таки. Так, через 30 секунд, в общем, будет у нас снова бравл. И мы туда пойдем. Так, ну вот смотрите, он не помещается. Вот этого я и боюсь. Что стать таким большим, что прям невозможно будет на беговую дорожку встать. Смотрите, он вот встал. У него 16.86 вообще скорости, ребят. Он очень медленный, нас вообще никак не догонит. Вот смотрите, он побежал. Но он слишком большой, ребят. Для него это... Большая беговая дорожка. Это мы вот такие, ну, в принципе, не такие большие. Так, побежали. Но видите, он слишком сейчас... Нет, смотрите, держится, пока что держится. Да, пока у него есть силы держаться. Так, ну, погнали в браузер. Сейчас мы нажмем на 2 секунды. Так, 2 секунды, все, нажимаем. Давайте, прокачаемся немного. Так, прокачиваемся. Надеюсь, прокачка у нас... О, плюс 9, хорошо. Ну, значит, 2400 у нас будет, ребят, в этом выпуске. Ну, или сейчас посмотрим, сколько у нас получится сделать. Все-таки, ну, в этом выпуске, значит, мы хорошо прокачали скорость, ребят. Очень хорошо прокачали скорость. Я очень рад этому. Так, прокачиваемся. А, плюс 3. Ну, все, у нас 2400 по-любому будет. О, нет. Ну, он опять сейчас, смотрите. Отстань. Ну, он просто... Как у него ник... Супер или кто он там? Супер, да? Да, вот он. У него 10 тысяч, ребят, 10 тысяч. У него 1000 киллов. Вот это, конечно, да. 10 тысяч у него силы и 1141 убийство. Очень много. Смотрите, ребят, мы быстрее стали. Мы реально быстрее стали.
мы бегаем быстрее, смотрите, быстро. Очень это круто, все-таки лучше будем прокачивать бег, ребят. 100% лучше прокачивать бег, мы будем очень быстрыми. Интересно, вот, прокачивать силу все-таки или нет, может быть... Ну, сила нужна, ребят, сила нужна, да, чтобы в бравлах побеждать, нужна сила. Без силы никуда, и поэтому, ну, она нужна. Этот все, смотрите, пытается все прокачаться. 17,7 у него уже. А у нас 32. У нас 32, ребята. 32 скорости. Так, 32. Извините. Так, ну, я думаю, давайте сделаем 33. Ну, и остановимся на этом, в этом выпуске. А в следующем будем продолжать и, наверное... Ну, также, я думаю, скорость будем прокачивать. Хотя, вот, все-таки силу забрасывать тоже не стоит. И вот он, да, Супермен, он на первом месте был, 10 тысяч сил у него, ребят, да, это много. Он, мы вообще, вот, ну, у нас 2400, а где-где-где, вот мы 2400. Кто? Этот Супер пришел и убил. Зачем? Зачем ты это делаешь? Ай, для чего он это делает, я не знаю, он просто портит людям игру, смотрите, он сейчас ко всем подходит просто и убивает с одного удара. Ну ладненько, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч. Ну да, ребят, смотрите, мы стали быстрыми. Ну вот, смотрите, он еще одного убил. Бам, еще одного, смотрите, подкинул, лед, он сам взлетел, я не пойму. Он сам вроде взлетел. Или нет? Непонятно. Все, всем пока-пока, до следующего выпуска.